Мысль человеческая бдит и за трапезою. Вкушаешь ли солоно, сладость ли пьешь за столом? Лишь безмозглые не чуют смысла в чревоугодничестве. Есть ли сей стих об сём, есть ли он об другом? Вкусившая наперво пельмени зажарившая, мысль запросилась в мой праведный мозг. Есть ли сии пельмени правильные вареные, или вареные неаппетитные уж, а жареные вкусные, однако, правильные ли есть? А на второе вкусив я огурчиков, солоны были сии, однако ж вкусные, и подумавши, так ли вкусные нам приятственны, аки потом пить и охота от них? А потом я вкусил тортику, но не доел я сего. Так ли вкусно нам сладости, коли уж тошно с него? А запил я все чайком, вкусен чай и полезные. Пей!